Совсем скоро в микрорайоне Самал появится новое культурное место для отдыха. А пока строительство будущего парка начали с озеленения. На некогда заброшенном пустующем овраге студенты и активисты начали посадку саженцев клена, дуба, калифорнийского тополя, ивы и хвойных из местного питомника. В акции «Шаткал» принял участие и сам инициатор проекта – аким области Жансейит Туймибаев. Глава региона призывает всех жителей Шымкента присоединиться к озеленению города. Я хотел бы, чтобы каждый горожанин посадил дерево, каждая семья и в своем районе, чтобы, когда будут гулять, чтобы вспоминали. Дети вырастут, будут возвращаться, и они все вспомнят, будут ухаживать за своими деревьями. В ближайшее время в зоне отдыха появятся детские площадки, велодорожки, театральная сцена, а также места для спортивных и настольных игр, таких как шашки и шахматы. Помимо этого, в планах у местных властей проводить в парках культурные вечера в амфитеатре под открытым небом. Главный архитектор области Еркин Жусипов рассказал, что проект введен, опираясь на опыт зарубежных стран и сохраняет природные ландшафты. Дело в том, что это овраги, они пустуют. И превращаются в мусорные какие-то, да. Во-вторых, если посмотрите, вот вы показали, там везде за рубежом они такие овраги делают, именно овраги делают под парковую зону. И возле этих оврагов инвесторы строят свои дома. И они быстро покупаются. В Шымкенте запланировано строительство сразу 5 парков общей площадью в 100 гектаров, а также озеленить город на 100 тысяч деревьев. Для программы «Шаткал» привлечены спонсоры и учреждения, желающие добровольно принять участие в финансировании и реализации проекта. Алиса Дуваева, Мурат Одинаев, Талгат Примкулов, ТВК.